пятой серии пятого сезона сериала «Скорая помощь». Кулагина неожиданно вызывает на встречу гром, и Руднев остается под окнами Леры один, услышав ее крик. Он бежит в дом и, спасая Леру, устраивает драку с бывшим мужем Леры. В результате Анатолий выпадает из окна. Вернувшийся Кулагин вызывает скорую. Анатолий жив, но находится в коме. По просьбе Николая Кулагин навещает Тому. Они вместе вспоминают Раю. Посмотреть очередную серию вы сможете 30 ноября на телеканале НТВ. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.